WhatsApp, в группу своих одноклассников, своих друзей о том, что вирус есть, коронавирус. Там я говорил, чтобы друзья мои знали и чуть-чуть испугались. Я признаю свою ошибку о том, что я там сказал около 70 людей, я слышал мимолетом от своих товарищей, от своих друзей. Я хочу принести извинения перед своей республикой, перед своим народом. Хочу сказать всем, чтобы не выкладывали всяческие видео наподобие моей. Прошу простить, впредь я буду крайне осторожен.